меня просили рассказать, откуда у меня мотоблок этот взялся. Один добрый человек пожертвовал деньги на приобретение вот этой техники. Пойдем, здорово. Это я взял у Игоря Барбаша 5 бочек, вот 2 вот эти и вот 3 вот эти. То есть я их и буду использовать под воду. Они с под масла буду там. Ну советует, кто советует там бензином промыть, кто там выжечь советует. Посмотрим, как получится, чтобы можно было под воду использовать. Или может какой с водой промою. Вот. Вот сюда подойди. То есть называется Патриот. То есть русская, ну китайская, видимо, тоже, наверное, скорее всего, сборка. Может, русская, не знаю. Вот. Что она еще? Собирал колеса сам. По инструкции присоединял колеса. Вот эти крылья подсоединял сам. Тележку тоже сам подсоединял. Единственное, попросил Игоря, брата Глушкова, вот этот тросик мне, который тормозной, вот на это сюда, вот он идет. Вот он. Но он у меня сейчас слабоватый, его надо будет подделать, колодки там подтягивать. Потому что я их что-то как-то подтянул, назад начал сдавать, и он меня резко затормозил. Помнишь, возле храма-то? Мы не могли тронуться. Вот этот буксует, а тележка не едет. Потом я не стал больше трогать, не натягивать ничего. То есть вот здесь вот это все это прикручено, прикрутил. Что еще? Ну там единственное, тележки еще эти колодки не установил. Ой, колодки, вернее, крылья. Вот, а остальное, в принципе, тут все в сборе было. Вот эта вся конструкция была в сборе сама. То есть мне только оставалось вот колеса одеть, все это закрутить. Тут у меня на днях ЧП произошло небольшое. Ехал в храм, очередной раз Надежду Васильевну вез, и одно колесо зашаталось, вон то, левое. В чем оказалось мой промах большой? То, что я установил болты на 8, а надо было их установить на 10. То есть толщиной, а я на 8 установил. И он постепенно, то левое, раскрутились эти гайки. И колесо у меня почти уже начало падать. Я вовремя увидел, остановился. То есть пришлось потом брать ключи, новые гайки, эти большие, толстые. Вот, и заново все установил. То есть моя невнимательность. Надо было читать инструкции более внимательно. Вот, то есть вот такие вот, так как с техникой не имел раньше никакого отношения, у меня нет такого навыка смотреть все время за гайками. То есть надо всегда проверять, смотреть, не раскрутилось ли где, перед тем, как тронуться. Хотя там в инструкции все это написано, что то есть надо сперва посмотреть, уровень масла везде. Масло мне пришлось подлить. Сперва я ездил так, думал, там написано в инструкции, что масло в редукторе залито, но пришлось подлить. Вот. Вот здесь вот. Вот оно. Вот здесь вот я подлил. Вот здесь вот. Но это уровень. Вот она тут вон виднеется. Хотя надо сперва, конечно, протереть, чтобы узнать точный. Это в двигателе. Это в двигателе я сейчас показал. А вот там в редукторе. Вон там вот. Вот здесь вот в редукторе. Вот редуктор. Вот. Здесь я точно не мог узнать, потому что здесь никакой мерки нету. Мне Андрей сказал так, говорит, смотри, если булькает, значит нормально. Вот. Я подлил масло, потому что было плохо. Мало было его, маловато, думал. То есть вот так вот сделал. Вот. Ну вот, в принципе, и все. То есть добрые люди помогли. Один человек помог, денег дал, второй человек помог приобрести. Сюда привезти, прямо на дом. Этот ролик вы видели. Андрей Головач, брат, привез. Спаси Христос его. Да воздаст Господь милостями своим этим людям добрым. За их милосердие, за их добрые сердца. Всегда, которые люди добродетельны, они всегда выходят на первый план о молитве за них. То есть перед Богом ходатайство. Чтобы Господь спас их души. Потому что мы читаем в деяниях, там Господь когда исцелял, то есть люди всегда представляли перед Господом добрые дела человека, то есть что вот она, говорит, сделала много там платьев, шила, все, говорит, и Господь с милостью, и она была возвращена к жизни. Ну то есть много чего чудес было сделано, чудесами руками апостолов, Господь сам показывал примеры свои. Ну вот так вот, слава Богу за все, чтобы эта техника послужила во славу Божию. То есть это означает, что ближним помогать не только для себя трудиться, но и для ближних тоже. Слава Богу за все. Аллилуйя.